Добрый вечер. Хотим проинформировать вас о том, что в ходе переговоров удалось достичь договоренности о том, что в торговле природным газом Россия и Украина переходят на европейскую формулу образования цены. При этом согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам будет сделана скидка 20%. При условии сохранения льготного тарифа прокачки российского газа европейским потребителям по территории Украины в 2009 году. По цене этой прокачки 2008 года. Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ. Да, действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение руководителю «Накнефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу. Я думаю, что сегодня день прошел, на мой взгляд, достаточно плодотворно, и саммит, который был собран, он дал свои результаты, и все взаимопонимания найдены. В ближайшее время транзит, и украинская сторона нас в этом заверила, будет восстановлен. Спасибо. До свидания.